недавно вышедшую игру. Это Friendbow. Игра буквально вышла вот недели две назад, это может раньше, точно не знаю. Игра про девочку, которая лежала в психушке, там у нее разные идеи, ну, можно сказать, как бы хоррор, вот это такой инди-хоррор. Ну, сейчас, в общем, сами все видите, начинаем новую игру. Так, вот мы видим небольшой заглавие к игре. И играть как бы, ну, только мышкой, вроде я немного поиграл. Можно играть только мышкой, так что советую всем эту игру качать. Так что покупать в Steam, ну, кому как удобно. Так, нам задали вопрос, как себя чувствует Фрэн. Думаю, в порядке. Найти убийство. Так, вот это, никто ничего не делает, у нас всегда так, никто ничего не делает, себе никакой идеи.
что тут есть? Что у него есть для нас тут? Ну что, психолога, так. Ну, необычная посылка где-то. Нам прислала эти тигры. Забираем. Сумочка. Ее мама. Так, нужно открыть. Открываем. Здесь у нас письмо. Изучаем. Дорогая Фрэн, вот твоя любимая сумочка. Мне кажется, ты бы хотела иметь ее у себя. Когда я размышляла о тебе, вспомнила, что тебе нравится изучать предметы и объединять их с другими. Поэтому я надеюсь, что ты оставишь сумочку, будешь складывать в нее все то, что планируешь использовать. Никогда не забывай, что изобретательность – это величайший твой дар. С любовью, тетя Грейс. Все понятно. Так. Тетя Грейс беспокоится, но я надеюсь. Это да. Это было очередное видение. И опять показывает нам небольшую заставочку. Один, мы здравый разом. Ну что, друзья, поехали. Что у нас здесь? Заперта. Это что? Записки, что тут? Пойдем направо сначала, так. Лошадка. Сундучок, опа, что сделали? Все сундучки. Пользу по ключ. Хорошо. Филмар, судя по всему. Стулочка. Так, поговорим с Филмаром. Привет, Фил.
Ладно, диалог вы сам видите, вам не нужен, значит. Просим, где выход? Кресло-каталка. Так. Маленький строй. Ничего себе, возможно, 3 дня спали. Прослали нас. Что теперь делать? Что топово? Ладно, это не катит. Ага. Внутри. Используем. А это что у нас? Это заколка, судя по всему. А заколка можно попробовать... Так, использовать. Попробовать дверь. Открыл. Так, а чё ж-то делать, а? Ну, оторвать его у нас. Посмотрим на кость. Ясно, ясно.
Я говорю с ней. Я все забрал, все, что можно. И что делать дальше? Лишь ничего нет, и медсестра ушла, и что делать? Так. Мать, ему надо залепить. А, какой код можно искать? Yes. Что дальше? Игра что-то нелегких, нелегких, конечно.
прочитал.